целях развития регионального туризма, соединения регионов и создания необходимых условий для движения автотранспорта построено и сдано в эксплуатацию автомобильное шоссе Чильдукторон-Ховалинг протяженностью 24 километра. Строительство этой дороги заложит основу для развития инфраструктуры в более чем 20 селах Муминабадского и Ховалингского районов, сокращая расстояние примерно на 70 километров между Ховалингским, Бальджуванским и Дангаринским районами. Эта дорога позволяет отечественным и иностранным туристам увидеть неповторимые и завораживающие пейзажи Сарихосора, Хурамшахра, Бальджувона, Кангурта, мавзолей султана Увайси Карани, Шохи Хомуш, водохранилище и центральную гостиницу Муминабада, другие исторические и культурные центры прикоснутся к богатой культуре таджикского народа. В то же время эта дорога обеспечивает условия для перемещения, не ограничиваясь определенными сезонами, то есть функционируя круглогодично по двум маршрутам – Душанбе, Муминабад, Чильдукторон. Время в пути – 3,5 часа. Душанбе, Ховалинг, Чильдукторон, Ховалинг, Душанбе. Время в пути займет 3 часа.